Это ритуал. Обряд. Что-то вроде оккультной религии. Я не удивлюсь, если они еще деньги на этом зарабатывали. Кир, что ты пуришь? При чем здесь Бог и при чем здесь заработки? Я не сказал Бог. Я сказал религия. Она очень мало имеет отношение к Богу. Да. Я знаю, что ты образованный. Решил теперь оскорбить чувства верующих? Видишь ли, в чем дело? Чувство истинно верующих невозможно оскорбить.